Их голоса узнают и любят. Таван Радио 6 лет. Музыкально-информационные выпуски готовит большая команда профессионалов. Свое шестилетие радищики все так же у руля. Расслабляться некогда. Ксения Алексина – одна из тех творческих зачинщиков, с которой все начиналось. Она приоткрыла завесу радийной кухни. Когда мы начинали, нас было трое. Это продюсер Владимир Иванов, музыкальный редактор Надежда Андреева, и также была редактором я. Первая программа была «Тван теперь», поздравительная программа. Первую программу вела я. Затем меню пополнили и другие программы. Например, по существу. Ведущие приглашают в гости интересных собеседников, готовят проекты и общаются с радиослушателями. Необходимые атрибуты – микрофон и пульт. Днем и вечером в эфире уже ставшие родными голоса любимых ведущих. Ирагун Булдыри, Фердайши Нихабар 7, студия Реесни Жанна Тимофеева, Паянхи Каларамра. С шестилетием пришли поздравить Таван Радио друзья и коллеги. Передаем поздравления адресная от имени начальника Главного управления Чести России по Чувашской Республике генерал-майора Станислава Юрьевича Антонова. Его пожелания добра и счастья. Своих старших коллег пришла поздравить и Настя Нягина, ведущая детской передачи о безопасности. Я веду детскую передачу на Таван Радио. Поздравляю с днем рождения Таван Радио. Желаю здоровья, счастья и побольше детских передач. Сегодня в сетке вещания новости на чувашском и русском языках. География охвата с каждым годом увеличивается.